Друзья, всем привет! Вот я давно вам не кидал видео. Моих голубей. Что-то плохо, да, вроде ловит. Давайте, давайте. Ветерок такой хороший, приятный. Хотя жарко, но вот такой ветер вообще приятно. Даже летает лучше. Сейчас буду кормить, как раз голодный, вечер уже.
где-то еще один. Этот пошел вверх. Сейчас еще вот это спустится и пойду кормить. Вот. Жарко, жарко. Видите, как жарко им. Но с телефона вообще не очень, конечно, снимается. Красавицы вы мои, красавицы. Красотки вы мои. Что у тебя с ручками, а? Красавец ты мой. Вот скидывает себе. Сейчас этот спустится и покормлю. Совсем случайно, но получился видео, так что и в YouTube загружу, не только в группу закину в нашу. Вот он, красавец. Сейчас при спуске, может, и бой покажет нормальный. Покажу вам моих красоток. Так как точка летит и все. Но недалеко так, на 100 метров, 150. Сейчас если приблизить, то кратно. Скидывает себя. Вот и пошел бой. А, это этот, который 2 дня не мог летать, короче, с яйцом был. Сейчас, видимо, уже все вот полетел. А, это долго будет летать, скорее всего. Короче, вот у меня где-то 40-45 голубей. 43, короче. И вот, ну вот, получается... Вот такую чуть меньше даю днем. Вот они у меня вот здесь по всему этому гуляют целый день. Ну, так как мало кормлю. И вечером уже вот побольше даю.
им хватает. Ну сейчас линька идет, так нормально. Вот ты ранница, не можешь спуститься. Привился ко мне, короче. Не хотел его запускать. У меня дырка тут была. По ночам не мог зайти. Тут ночевал, короче, на крыше. Пару дней, три. Вот. Смотрю. Один момент, короче, зашел внутрь. Думал, блин, возьму его, отвезу куда-нибудь, выкину. Потом вот так, короче. Смотрю, блин, столбовой такой, нормальный тип. И летает так минут 40. Но я его особо не гонял, так как линька сейчас. Так, шугану чуть-чуть, когда есть настроение, время. И такой, короче, вроде хочет с хорошей стороны себе показать. Вот этот, видите, еще больше поднялся. Вон. Вы мои красотки. Люблю я вас очень сильно. Отвезу вас. Отвезу в Иваново, построю вам красивое место уже на свои участки. И будете красиво жить. Буду вам по парам делать красиво. Как раз уже линька закончится, погоняю. У меня там это хищников. Ну, они есть, но они у меня такие. Орел, не орел, вот такие. Они сильно их не могут поймать, короче. Сильного хищника у меня там нету в Иванове. Пока что не заметил я. Или на канцев возьму туда еще. Скорее всего, спрошу дядь Георга, если он будет держать, может, ему оставлю половину. Но если нет, то возьму всех. Короче, сейчас не буду до конца давать, вот половинку дал. И все. Ну все, друзья, не дождусь я их. Так что давайте всем пока.